Утро начинается с воды. Водичка есть. Ну, вот у нас завтрак. Ну что, сами виноваты, забыли все. Одну вот сумку одну не забыли. Где? Ну, на улице ветрище. Газ у нас закончился. Греться не получается. В общем, все прелести рыбацкой жизни. Самый быстрый обзор палатки. Очень удобно. Переночевали первую ночь. Прям вообще. Было ночью плюс 7. Ну, холодновато скажу. Ничего страшного. Яркие стропы. Видно. Прям вообще хорошо. Это отделение спальное. Дуги отличные. Сама палатка прошита идеально. Качество материала тоже радует. У нас до этого была палатка. Уже название не помню. В общем, она чуть-чуть поднадоела. А вот это вот прям огромное здоровое палатище. Сейчас вот легкий ветерок. В палатке комфортно. Также взяли. Сейчас они заряжаются. Вот такие вот фонарики. Очень хорошие. Заряжаются они через такой порт. Здесь вот бегает полоска, что идет заряд от солнышка. Внутри у нас вообще комфорт. Ну вот у нас стол, стул, второй стул, все наше оборудование. Ты кто? Я дополнение в палатку. Да, единственное, вот окно, мы его не открывали вечером, было холодно. А также вот, замки все качественные закрываются. Я дяденька не маленький, вот я в полный рост стою, чуть-чуть упираюсь. Ну, можно дуги поджать, и тогда будет все хорошо. Здесь крепления все сделаны на совесть. Здесь все четко. Единственное, вот москитная сетка. Это классно, это круто. Но хотя бы вот она бы вот так же закрывалась, потому что вечерком задувает. Также пол вот с такими бортиками зацепляешь. Ну, вообще хотелось бы, чтобы он был цельный. Все-таки цельный пол есть цельный пол, и задувать не будет. Нам задувало вечером. Так, спальное отделение. Спокойно входит вот такой огромный матрас. Еще остается место. Кармашки есть со всех сторон. 4 кармана. Тоже вентиляция. Очень удобно. Я думаю, что вот такой же матрас войдет еще и сюда при желании. Да не при желании, а войдет. Ну, конечно, спокойно. Больше. Вот так вот это все выглядит. В общем, получается, мы прям кайфанули. Вот такой столик тоже этой же фирмы. Вот сейчас солнце нагревает в палатке, благодать. Так. Хотя там вообще холодновато и ветерок. Ну и все, что, в принципе, вот сюда мы цепляем фонарики наши. Один сюда, второй вот здесь тоже крепление. И очень удобно. Материал качественный. Я не знаю, обзоры все, кто писал, там не обзор, а кошмар какой-то. Ну вот вам делаю обзорчик еще раз спального места. Опять ты. Вот сюда еще мы поставим 2 кресла огромных. Ну как сидеть будешь? Ну или сюда. Ну. В общем, можно принять гостей в составе 6 человек. Потом все спать и еще 6 человек принимать. Нормально. Ну, ночью скажу так. Вот сегодня было холодно.
вот от плюс там 5 до плюс 10 ночью как-то холодновато у воды. Но сама палатка выдержала хорошо. Да. Учитывая то, что северный ветер еще. Ну, как бы мы не замерзли, ну и чуть-чуть было дискомфортно. Но переночевали нормально. Все, такой маленький обзорчик. Давайте вам. Есть вот такие вот косячки. Ну, я не считаю это косяками. Просто это шов, так нитка. А так прошито все качественно сделано. Проклеено все идеально. Если брать там читайские палатки, вообще какие-нибудь подвальные, то они так не делают. И здесь прям все шовчики сделаны прям на совесть. Все, такой маленький обзор нашей палатки. Вот, кстати, солнце включилось, и уже жарко здесь. Душно. Вот, открываем вентиляцию, и красота. Все, всем пока. Самое противное — это собирать. А? Я говорю, самое противное — это собирать. Да, он не влезет. Что-то надо будет придумывать под ним. Надо чехол какой-нибудь. Ну, сшить. Для него. Ну. Да уж. Ветрища. Кстати, эти уже уехали. С пяти тут тусовались. Эти со вчерашнего, если не с позавчерашнего. А там дальше фидеристы. Там коровы пришли. Здесь у нас кубик плавает по делам. Всю ночь, кстати, плавал. Белка еды положила вот сюда, он все забрал. В общем, вокруг у нас чистота и порядок. Сейчас соберемся и все. Домой. Фух, еле собрались. Ветрища дует. Неудобно. Тут кубиков перевернул. Да. Все, погнали домой. Ночевка удалась. Так что мы довольны. В принципе, да. Ну, холодновато было, ну а что? Не без этого. Кто сказал, что будет легко? Во-первых. Да? Угу. Никто. Рыбы ноль. Вон сидят эти рыбаки. Я уже не знаю, который день они тут сидят. Тоже нифига не поймали. А ты салфетки убрала? Да, на месте. В общем, такая рыбалка. Фух. Кайфовая. Ну, задача была поставить новую палатку, переночевать и понять, нормально или нет. Но. Палатка ништяк. Стульчики тоже зачетные. Стол отличный. Фонарики. Вот такие. Все, погнали. Что-то ветер меня уже, если честно, уже подостал. Да. У меня уже этот ветер уже в одном месте. Девчонка у меня сидит. Не, ну так, если разобраться, все кайфово. Тепло было? Холодновато. Утром проснулась, я уже было тепло. А жарко. Эти, походу, здесь уже неделю живут. Ну, он на мотоцикле к нему приезжает. А, еще кто-то приехал. А, ну понятно. А, с банкой пива сидит. Я же говорю, он ему бухла привез. А чайничек стоит, жрачка стоит. Это вот, кто с утра приехал, ну там фидеристы, ну я так понял, они скоро домой поедут. Рыбы нет. Тишина. Вон одни эти соколы летают и коровы ходят. А пастух вон он ходит с собакой. Где-то там. Сейчас собачка будет нас опять прогонять. Нет, там какая-то большая собака. Другая уже? Ага.